А в Бендерах медовый спас отметили ярмаркой. Там можно было купить все, что пчеловоды собрали на пасеках. Мед, воск, пчелиный хлеб и пыльцу. Подробнее расскажет Анна Кучеренко. Если вдруг ваш сосед пчеловод, и сегодня утром вы увидели, как он куда-то вместе со своим медом уезжает, не переживайте, он вот сюда, на ярмарку. Сегодня медовый спас, и каждый год, уже около 10 лет, 14 августа, все пчеловоды со всех районов Приднестровья собираются именно здесь. Говорят, здесь можно купить самый вкусный мед. Я вот взяла этот разнотравие с пыльцой. С пыльцой, да. Я тут рядышком живу, поэтому... Каждый год сюда, да? Да, каждый год сюда. А есть вот определенная точка, вот, где берете мед? Или каждый раз по-разному? Обычно там вот семья из Гиски. Я у них вот купила сейчас. Вот им доверяю. Я вот знаю, что в этой банке меда, например, около 100 видов трав, да? Да, это разнотравие. Здесь и первые меда, и второй мед. То есть все, что было в этом году, собирали пчелы, все получается вот в разнотравье. Мы очень любим чак-чак покупать. Каждый год приходим. Вот прямо поэтому... на ярмарку? Да. А да. У кого покупаете? Всегда у одних и тех же, уже лет 5, потому что у нас ребенка завтра день рождения. Традиция, чтобы перед его днем рождения мы покупали мед. Мед у них очень хороший. Я много лет уже беру этот мед у них, у этой семьи именно. Какой мед любите? Какой берете? Разнотравие, акацию? Беру и майский беру, я майский уже взяла, и цветочный беру. Я думаю, сложно сказать, кто из наших пчеловодов сегодня не сделал продажи, по большому счету. У нас у каждого, знаете, свой сегмент. Маленький, маленький, маленький. 10 лет, да. И как на рынке именно 10 лет. У нас папа основной сборщик, а мы уже как реализатор. Вот липовую акацию я искала. Но еще я взяла первый раз... Вот девушка торгует, там, значит, мед майский с фундуком. Ни разу не пробовала, решила себя побаловать. Есть аллергия на мед? Аллергия – это два вида меда. В первую очередь, это, конечно, акация чистая и рапсовый. Как ни странно, рапсовый мед тоже не вызывает аллергические реакции. Это проверено не на одном человеке. Медовая ярмарка в такой праздник и в таком месте очень кстати, говорят покупатели. Некоторые с медом сразу же шли в церковь, чтобы мед нового сбора осветить и перед ужином ложечку обязательно съесть. Анна Кучеренко, Василий Гриб, ТСВ.